Я помню, как ты мечтала о Париже и часах Cartier. И я все тратил, и оставался жить одним. Я помню, как я спешил к тебе навстречу ночью на метро. Так было раньше, все это было так давно. Помнишь, ты не верила в меня, но звонила по ночам и просила, чтобы я тебя помнишь. Я читал тебе свой рэп, ты смеялась мне в ответ и включала песню Влади. Ревность, у тебя был Мерседес, а я ездил на метро и откладывал лавэ, ты же помнишь. Я купил тебе Cartier, но я даже не услышал спасибо. И я все помню, как разбил твое авто перед окнами того, кто подарил. Да, я помню, как меня били об асфальт, но мне было наплевать, я думал о тебе. И я все помню, секс на кухонном столе, на репите в голове. Детка, ты меня еще вспомнишь. Секс на кухонном столе, на репите в голове. Сука, ты меня еще вспомнишь. Мне все равно, что ты будешь делать дальше. Среди денег и броня оставайся в этом мире, где нет меня. И теперь уже не важно, где и с кем сегодня я. Мое имя знает каждый, где ты, где я. Я помню, как ты хотела дорогое платье от Шанель, но в этом платье увез тебя другой в отель. Я помню, как я хотел тебя забыть, но помнил все равно. Так было раньше, все это было так давно. Ты не вспомнишь, как перестал писать стихи, наворачивал по городу круги, звонки. Ты не вспомнишь, как доносил друзьям мозги, тратил на тебя и увеличивал долги. Ты не вспомнишь, а я все помню, как молился всю ночь, просил Всевышнего нам помочь. Помню, как умолял тебя оставить плод, а ты пошла и сделала аборт. Да, я помню, как было плохо мне тогда, как-то в глазах развалилась вся мечта, суета. Да, я помню, как сказал тебе тогда, что не найдешь такого, как я, больше никогда. Я все помню, секс на кухонном столе, на репите в голове. Детка, ты меня еще вспомнишь. Секс на кухонном столе, на репите в голове. Сука, ты меня еще вспомнишь. Мне все равно, что ты будешь делать дальше. Среди денег и броня оставайся в этом мире. Ребятушки, это был мой кавер на песню «Где ты, где я», авторы Тимати и Егор Крид. Ребята, если понравился кавер, ставьте лайки. Вот честно признаюсь, часа три, наверное, записывал этот кавер. Текста очень много. Путал там, бывало, моменты, психовал, но вот с трудом, очень большим трудом, ребята, записал кавер. Ну а если у вас есть желание научиться играть эту песню, скорее подписывайтесь на канал или нажимайте вот на эту кнопочку. Как набираем сразу 500 лайков, выпуская разбор на эту самую песню. С вами был Раиль Арсланов и до скорых встреч. Пока. Я помню, как ты мечтала о Париже и часах Cartier, и я все тратил.